Всем привет, друзья! С вами Пейн, и прямо сейчас мы вместе с вами посмотрим на такой замечательный мод, который добавляет Майнкрафт. Воу, ну много чего он добавляет, по сути. Много предметов, таких довольно интересных. Во-первых, этот мод добавляет двери в виде разных блоков. То есть, такая березовая дверь. Ну, эти двери что-то вроде таких шпионских штучек. То есть, это такие секретные двери, и они сливаются с блоками. И как бы непонятно, да, что это дверь. То есть вот вы идете такие, идете, оп, зашли, все. То есть, как бы, кроме вас, никто об этих дверях не знает. Но более того, эти двери, этот мод добавляет блоки, которые дают сигнал редстоуна, да. Вот смотрите, мы нажимаем на блок, и он дает сигнал редстоуна, ну и плюс, как бы, дверь открывается с помощью сигнала редстоуна тоже. Да, то есть у вас есть стена, вы такие идете вдоль стены, нажимаете по нужному блоку, тыкаете по нему, и открывается у вас дверь, или срабатывает какой-то механизм, или еще что-то. Но суть в том, что только вы знаете о нем, и как бы только вы, только вы знаете о нем. Ну, то есть вы поняли, да? Вы идете, вы нажимаете, остальные понятия не имеют, что в этой стене что-то было, а вы такие прям вот штучки секретные, да. Вот, такие. Ну и плюс двери, которые замаскированы. То есть, такие секретные проходы. Но это далеко не все. Потому что мод добавляет вот такие вот замечательные блоки. И не только блоки, как сказать. Целые наборы вещей. То есть, и стекла, и рельсы, и ступеньки, и двери, и переградки, господи, оградки, и огородки, мусоровозки. Что? Все... Как назвать-то? Набор вещей, которые являются... Ну, тут написано... Armored. Ну, типа, армированные. Ну, как по-русски это сказать? Бронированные, да? Бронированные или бронированные? Бронированные? Ну, короче, армированные. Армированная броня. Да, вот так и... Как-то так. Значит, я такой... Все прочел на форуме. Ну, скачал мод на форуме. Прочел, что как, бла-бла-бла-бла, посмотрел. И там говорилось о том, что эти блоки можно сломать только с помощью специального приспособления. Но это ладно. В принципе, это так и есть, но почти. Да, я построил для вас дом, используя все элементы специально, чтобы вам продемонстрировать. Все элементы. Построил дом большой. Вот это была крыша, тут был сам дом такой большой. Тут была как бы подвал. Вот, и все вот это вот я, чтобы проверить, обложил динамитом и взорвал. И оказалось, что динамит взрывает. Кто знал? Кто? Кто мог знать об этом? Я не знал. У меня жопа так загорелась, что я не знаю просто. Это было ужасно. Сигнал редстоуна, оп, сигнал редстоуна есть. Вот, то есть, как вы понимаете, вот я беру кирку, не ломается. You can only break this block when you use... Ну, в общем, используйте именно армированный молоток. Молот. Вот так он выглядит. Крафтится он вот так. С помощью двух палок и трех слитков армированного железа, так скажем. Эти слитки армированного железа крафтятся с помощью поджарки армированной пыли. А армированная пыль крафтится с помощью... необработанной железной руды и угля. В принципе, не так уж и сложно. Причем вы получаете вот такую вот штуку, которую нельзя сломать ни киркой, ни топором, ни лопатой, ни мечом. Но, к сожалению, можно динамитом. Блин, я реально не ожидал. Я был уверен, что, если нельзя ничем сломать, то... Чем я сказал? Метеоритом? Динамитом. Метеоритом, господи. Динамитом. Вот, и типа, это странно. Ну, к сожалению... К сожалению, можно сломать с помощью динамита. Ну, это как бы единственный способ, потому что... Сами подумайте, вот вы в своем мире сделали это, да, поставили. И как вам ломать? С помощью этого хаммера. Но еще сделали с помощью динамита. И вот как бы... У меня вопрос, а зачем? В смысле, динамита, И еще? Хрень же какая-то. Еще я хотел сказать, что эти блоки выглядят очень круто. И из них в хай-тек стиле можно отстраивать...
Очень крутые штуки, но у меня все взорвалось, и я теперь не знаю, что говорить. Так, сейчас. Где? Вот. Вот. Ну, даже сами вот так посмотрите просто. Ой, стоп, я же взял не блок, да, блоки. Это я взял эти, которые редстоуновые сигналы подают. Так, вот смотрите, нажимаем. Редстоуновый сигнал, круто, круто. Вот блоки. Ну, то есть они выглядят реально очень круто. Очень круто. Смотрите на них просто. Не та сторона. Оп. Просто невероятно. И дом в черном стиле. С черными стеклами, с черными дверьми. И с черным всем выглядит очень стильно. Ну, плюс его сломать нельзя ничем, кроме вот этого хаммера. И прочее. Так, ну а теперь поговорим о крафтах. Конечно, о крафтах, блин. Конечно, конечно. Почему? Потому что я бы сказал, что эти крафты по ссылке в описании, да, так бы было всем проще, но, к сожалению, ни на одном форуме не разместили крафты. Да. Я сейчас пробежал быстренько по всем форумам, чтобы посмотреть, и ни хрена нету такого. Крафты не добавили. Кстати, стоп, почему вот эти окна есть здесь, а здесь их нет? Странно. Написано Armored Window. А, так они, я понял. Они не функциональны, я правильно понимаю? Так, стоп. Господа, неразбериха некая. Вот так. Что это вообще такое? Это, насколько я понимаю, не рабочий блок, да? А, нет, рабочий. Что это такое? Ребят, я что-то не понял совсем. Как бы его здесь нет, этого блока. Он вообще, он как бы по сути из этого мода, но его здесь нет. И не должно быть. Я даже не знаю, что о нем говорить. И он странно выглядит. Ну ладно. Пусть будет, раз он тут здесь есть. Хорошо, говорим о крафтах. О крафтах, господа. Значит, окно. Армированное окно. Крафтится оно следующим образом с помощью 8 кусков. Кусков, господи. Слитков. Армированного железа. Дешево, задорно, хардкорно. Дальше. Из 4 слитков мы сможем скрафтить армированный блок. Очень черный, четкий, ровный, молодежный. Блин, почему солнце не хочет падать? Во. Дальше. Ступеньки. Ну как, ступеньки крафтятся, очевидно, да? Полублок. Как полублок, только из слитков. Вы поняли? Дальше. Вы поняли? Дальше. Воу, а вот тут, кстати, странно, да, с этим? С люком. То есть сверху железные слитки, а снизу армированное железо. Своеобразно. Ну окей. Кстати, оно не выглядит. Оно выглядит. Стоп, где оно там? Да, я все это взорвал. Я вспомнил, кстати. Оно не выглядит. Ну, тут нет ничего от железного, ни сверху, ни снизу. Странно. Ну ладно, не суть. Стекла, да, стекла. Кстати, они особенно круто выглядят. Ну, я думаю, вы видели, но как бы все равно. Они очень крутые. Реально очень классные. Ну ладно. Дальше. Стеклянные полублоки, ну также. Ну и полублоки. Пластины. Дальше. Лестницы как лестницы. Ну тут, в принципе, все крафтится, как и крафтилось просто из... как оно называется там? Из армированного или бронированного железа, то есть, или бронированных слитков. Да. Что-то вроде того. Крафты. Вот, а теперь приходим к крафтам уже потайных дверей. То есть, посмотрите. Потайные двери крафтятся с помощью обычной двери. Стоп, какая потайной? Стоп. Ну, вот это обычная дверь, да, вот. А вот это уже необычная. Странно. Тайная каменная дверь крафтится из армированной двери и камня. А, или тут все крафтится из армированной двери. А, здесь все крафтится. Да, точно. Все, я понял. Да. Из армированной двери и камня мы крафтим каменную потайную дверь. Дальше. Из армированной деревянной двух досок. Дальше из армированной и букселфов. Да, потом из армированной и досок. Каких вам нужно? Скорее всего, здесь только брич. Ну, то есть эти. Березовые. Из березовых досок, да, будут березовые двери. И никаких больше вариантов нету, кроме дубовых и березовых. Да, дальше.
Stonebrick, ну тут все очевидно. Ну, вот сейчас мы переходим к как бы блокам, не знаю, нажимным блокам. Да, наверное, это можно так назвать, нажимные блоки. Это самое интересное в этом моде с точки зрения механики. То есть вы нажимаете на блок определенный и срабатывает механизм. То есть подается сигнал редстоуна. И вот это реально, блин, господи, это прикольно. Да, и крафтится не с помощью слитка и кнопки. Ну, это получается армированный. Крафтится с помощью армированного слитка и каменной кнопки. Дальше. Каменный крафт с помощью армированного слитка. Ну, короче, давайте я не буду все это комментировать, потому что все, кому нужно будет, посмотрят, и все будет круто, четко, ровно и молодежно. Так, дерево, досочки. Ну, а как это крафтится, я вам рассказал. Да, я надеюсь, что вам понравилось. Кстати, все еще вон там вон находится этот замечательный метеорит. И я обнаружил, что в центре него, я думал, ну вдруг... Кстати, кто не в курсе, это метеорит из одного из предыдущих обзоров про стихийные бедствия. Если вам интересно, можете посмотреть. Да, и вот, я думал, в обзоре этого не было, я подумал, там внутри, во внешней оболочке, есть железные блоки. И я подумал, ну, наверное, в центре что-то супер крутое, прям невероятно. И знаете, ну, как бы, мне эта мысль в голову пришла, но я ее не проверил. Давайте проверим в конце этого обзора. Он никак не относится к тому моду, вообще никак. Но мне интересно. Давайте посмотрим. Так, обсидиан. Я что-то не это. Что-то я не понимаю, чем мне дышать. Ну, это железо, да? Это же железо? Да, это железо. Судя по всему, здесь ничего нет такого. Это тоже железо. Обсидиан. Железо. Не, ничего нет. Господа, я вынужден вас разочаровать. Там пусто. Блин, я так надеялся. Ладно, не суть, это никак не относится к моду. Ну вот, в общем-то, и все. Да, в общем-то, и все. Да, мы разобрались с тем, что как это работает, механика, мы разобрались с крафтами. Да, прикольно. Так что... Всегда был рад помочь, господа. Если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на канал, оставить комментарий, поставить лайк. Лайки очень помогают, господа. Так что скорее ставьте и будьте счастливы. Я желаю вам удачи, друзья. Всего хорошего и пока!